Здоров, братва, с вами Миха, это Танки Онлайн. Ну что, давно у нас не было видосов на аккаунте, на котором я прохожу челлендж, на котором набиваю эти поганые звезды, будь они неладны, просто уже у меня поперек горла стоит, ребята, этот челлендж, хотите верьте, хотите нет. На самом деле видосов не было на нем, потому что я на нем и не играл, где-то дня 2 или 3, наверное, я на него вообще не заходил. Опять же, с чем это было связано? Я надеялся, что мне из контейнеров выпадет премиум аккаунт. А я тут выполнял заданки, за последние 2 еженедельных задания я получил по одному и по 2 контейнера. И еще получил контейнер за 35 уровень. И из этих 4 контейнеров мне, в общем-то, ничего не выпало. Выпало припасов, как обычно. ДДшек аж, по-моему, вообще штук 500 выпало. Осталось 374. Выпала вроде какая-то краска нефрит. Я уж не знаю, топовая она или не топовая. Судите сами. Я помню, она какая-то раньше была с какими-то крутыми резистами. Сейчас не знаю. Сейчас вроде не помню, сколько она стоит. Ну, суть не в этом. В общем, я надеялся на прем, думал, сейчас мне выпадет прем, я по-быстрому наколочу звезды, но не тут-то было. Выпала какая-то фигня, откровенно говоря, из контейнеров. Я, в общем, расстроился и не заходил где-то дня 2 точно, наверное, даже побольше. Но почему я решил видос-то записать? Сейчас у меня тоже, как видите, премиум аккаунта нету. Но сегодня, зайдя на этот аккаунт, я вдруг обнаружил, что у меня прокачался огнемет до М2. Я тут качал и корпус ВАСП, и пушку-огнемет до М2. Соответственно, я, помните, покупал комплект светлячок, когда только у нас начинались вот эти вот метеоёлки, я их называю метелки, да? Ну и, соответственно, я сказал, что буду его качать. Кристалликов у меня, видите, 2500 осталось, просто вообще все слил я на МПК, но зато я теперь на звании Warrant Officer 3 катаюсь на вас по Жиге М2. Вот, ребят, пожалуйста. 10 из 10. Тут, собственно, тоже видно, что можно купить М2 теперь за 0 кристаллов. Правда, только на майоре она доступна. А эта пушка, я имею в виду. Но и корпус тоже у меня М2. Тоже можно его 10 из 10. И купить его тоже можно за 0 кристаллов, но вообще на полковнике. А у меня на уорренте, пожалуйста, М2 Васпик и М2 Жига. Ну и, соответственно, я думал, это реальный такой инфоповод записать видос, и покажу вам заодно, как она нагибает. И, по-моему, мне до челленджа осталось пару звезд. Дайте глянем. Так, да, 2 звезды осталось, получу я 10 тысяч кристаллов. И я решил тут потихоньку начать качать этот, как его, защитный модуль. У меня же тут вместе с комплектом был защитный модуль от огнемета, правда, но огнеметов тоже сейчас немало. Короче, ладно, меньше слов, больше дела, пошлите в битву. Как только сейчас я зайду, сразу к вам вернусь. Ждать эту фигню мы не будем. Закинуло вроде меня на карту, я вижу, уже вон там летит у нас ядерная энергия. А вот какого хрена эта ядерная энергия падает не по центру, а по большому счету на базе у синих? Потому что доступу туда... Чувак, ты что затормозил? Ты их испугался? Оп. Короче, ребята, этот огнемет тащит просто... Я даже не знаю, как вам описать. Это, блин, у меня чуть ли секундного пшика улетает на респ... Нифига себе, вот этот смоковод. Улетает на респ практически любой корпус. Я тут даже к титанам подъезжал, к мамонтам подъезжал, с резистами 25%. Им ни хрена не помогает. Вот, вы видали? Но он, скорее всего, костный был, окей. Потому что там уж что-то, он реально очень быстро умер. Даже секунды не прошло. Да ни хрена себе! Вы видали, что он творит? Это смоковод, походу, М2. Не, ну я его сейчас, конечно, накажу. Однозначно буду наказывать таких наглецов. Так, мне, по-моему, надо 2 звезды и 10 тысяч у меня будет в кармане. Так, а я вот здесь вот должен проехать? Ребят, вы не помните? По-моему, вас проезжает. Отлично! Просто офигительный проезд. Круто, ребята, сделали. М2, конечно, капец как нагибает. А тут уж... Блин, чувак, дай-ка я, может, проеду. Тут уж даже нечего говорить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это нифига себе. Вот это, вы видали, как по красоте я его обскакал. Просто как коня обскакал вороного. Это вообще, конечно, круто. Мы, конечно же, лидируем. Ну, еще бы, если с вами за вашу команду играет полностью М2 чувак. На таких званиях грех просто не победить. Так, пойдем прям к ним на базу. Я думаю, нам бояться нечего. Оп. Кстати, очень много, прям куча комментов насчет боевого пропуска. Говорят мне,
Я же играю без него, и, соответственно, у меня только... Так, давай, 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 валим, валим, чувака. И у меня только призы, которые доступны без вот этого пропуска. И мне говорят, да ты чё, дурак, что ли? Да купи ты этот пропуск, тебе жалко там 200... Сколько он там стоит? Ну, короче, я не помню, сколько он стоит. Это ж не такие большие деньги. Я говорю, ребята, деньги-то реально небольшие. Ну, и для меня, по крайней мере, точно. Гораздо больше принципы, принципы, потому что... В танке я вообще никогда не доносил и не собираюсь. Даже там чисто символическая сумма в 10, в 20, в 50 рублей. Не то, что меня я как-то разорюсь от этого. У меня бабла хватает, дай бог, не бедствую, как говорится, да. Но вкладывать их в игру, тем более вот в такую игру, я считаю, что смысла вообще нету. И надеюсь, вопросов таких больше не будет. Но на самом деле очень много ребят, которые... Так, 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 надо тут минку поставить. Может, подорвется? Нифига не подорвался. На это, на самом деле, я считаю, что у разработчиков, что он не догорает, у разработчиков и был расчет из-за невысокой стоимости, чтобы все его могли купить. И таким образом донат будет намного-намного больше. Но я вам, как сказал, вообще против доната любого, там, любая сумма, я против этого. Так, чуваки, у меня тоже есть эта аптека, вы не думайте. Да блин, и у него и овер, и аптека. Как он не подыхает-то, сволочь такая. А не знаю, на каком я месте, тап, пока у меня нифига не работает. Проблем, ребят, скорее всего, не в клавиатуре. А потому что несколько раз я менял, мне писали в комментах, да купи ты клаву, ты чё там, она стоит 200 рублей. Ребят, это уже третья клавиатура, и ничего не помогает. То есть проблема явно не в ней. Ну, вроде за периферию отвечает у нас что, или северный, или южный мост. Наверное, где-то проблема в нем. Я в компакт уж давно не лазил. Так-то вроде раньше нормально разбирался, сейчас не очень. В общем, надо к товарищу отнести и глянуть, что там. Блин, да нифига себе, они все там на базе сидят под нарой. У меня М2 ВАСП, как меня так быстро убивают, я вообще не могу понять. Мне бы сейчас этот, какой-нибудь овердрайв, я бы разнес прям там весь их деф. Вообще прям всю базу. Так, окей, да и кинул что-то меня тут, я смотрю, пятый вон ворон-то сидят. Так, ладно, окей, будем сейчас по-другому действовать. Видите, сразу прям меня фигачит. О, пожалуйста, лупит с ДДшки, они еще на таких званиях умеют нарить, это как вот так происходит? Так, ладно, я сейчас пойду у них аптеку отожму, пока там нет никого. А сюда вот миночку поставлю, и будет все круто. О, замечательно. Так, парень, ты сейчас, наверное, пострадаешь. Ничего личного, как говорится, но куда деваться. О, я напал на... Сейчас, смотри, будь минус 3 точно. Прям 100 пудов. Да блин, вот этот ВАСП мне помешал развернуться. Я бы сейчас их всех объехал. Но смотрите, я дал минус 3. Раз, два, три. 3 кило сделал, это круто. Так, и счет у нас 57-32. Не, ну Жига, я на самом деле просто капец как доволен. Блин, вот этот челик постоянно, блин, на фулл наре есть. У него что, дрон что ли уже? Он еще и вон что творит. Капец, капец. Нет, мы, конечно, наказываем таких. Наказываем, наказываем, наказываем этих супостатов. Так, а чувак не знает, наверное, что здесь у нас тоже есть. Блин, да отвали опять этот ВАСПик ко мне пристал, не дает проехать, тварь. О, ну и видишь, аптеки только так жрут, только так, только в путь. Но все равно я его опять наказал. Так, опять валим к ним туда в тылы. Блин, и опять смока, достал меня просто этот смока. А комплектом я доволен, ну еще бы, ребята, как быть недовольным на таком звании играть, по сути, на М2 корпусе и на М2 пушке. Знаете, я сейчас куда поеду? Вот сюда поеду. Там ДДшка должна падать, но ее, конечно же, отжали. О, чувак, как ты неудачно выехал-то. И он меня просто зафигачил, вы посмотрите. Хотя не, вот гляньте, вот он аптеку сожрал, а у него еще это, горенит идет. Это на самом деле хорошо. Иди сюда, тварь. Так, да блин, и опять смока меня добивает. Они там тоже, походу, все М2. Видно, что ребята... И опять у него овердрайв. Как быстро так у него накопился овер. Вот он недавно прям его нарил. Тихо, тихо, тихо. Как раз когда бил меня. Или это не он его нарил? Я вот, если честно, ты не помню. Так, один есть. Второй есть. Ну-ка, все сюда быстро подошли. Сейчас я буду вас наказывать, как положено. Еще аптеку вас буду отжимать сейчас. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Досвидос. Аптека моя. Это мне бонус. Блин, откуда у него такой этот? Ай, блин, ё-моё. Надо валить отсюда. В два твинса меня фигачит. Свиньи такие. Ты тоже, что ли, под нарой? Даже этот Васёк какой-то отсталый и то нарит. И аптеки нарит. Какое у него там звание? Первый сержант или это мастер-сержант? Вообще такие, блин, дерзкие ребята.
Я давно на таких звонках не видел до того упорных чуваков. Так, нарить, это ж просто капец. Чё, боитесь, ребята, да, уезжать-то? Правильно, бойтесь. Опа, чувак, привет. Блин, смотри, он сейчас занарит аптеку. И смотри, он грамотно нарит броню, чтобы у него урон меньше шел от горения. Ну, его это, конечно, не спасло нифига. Так, смотрите, я кого тут вижу. Напрягает меня вот от рельса. Так, надо валить. Опа, чувак, я тут. Ух ты, глянь какие. Ты посмотри-ка на них. Оп. Ну, я надеюсь, он догорит. Хотя нет, там резист 18%. Ну да ладно, мы, в принципе, наверное, уже затащили. Так, надо успеть взять ДДшечку. Пожалуйста. Блин, вот сволочь. Ну ничего, это я вальну прям по-любому. Стоп-пудово. О, а это что тут делать еще, клоун? Вы гляньте. Не, ну нагибает, конечно. Я стопудово уверен, что будет первое место у меня. А тут иначе быть не может. Нагиб, конечно. И это еще, ребята, звание тут в основном воронты пятые. Да, первое место, отрыв, конечно, от второго небольшой, но тем не менее. Когда меня кидает, бывает к сержантам, там даже есть вот такие вот, типа, мастер-капрал, где вот такая дуга. Там вообще капец, что происходит на таких званиях. Это я даже боюсь рассказывать вам, честное слово. Итак, 10 тысяч я, получается, заработал за 36 уровень. Ну, в общем-то, неплохо, ребята, но на самом деле без према играть вот что-то вообще капец. У меня сейчас сколько? 1133 звезды. Таким образом, мне нужно еще 867, что ли, да, заработать звезд. И у нас, получается, до конца челленджа, у нас до 25-го, надо, грубо говоря, 14 дней. Сами считайте, наверное, где-то в среднем звезд по 60 надо в день зарабатывать без премиум аккаунта. Это капец как много, просто капец. Можно, конечно, в общем-то, каждый день играть вот по 20 таких битв, как вот я сейчас играл, и за каждую битву по 3 звезды получать. Но 20 битв умножить на 8 минут, это 160 минут, это для меня капец как дофига. Там несколько часов в день потратить на танки, это для меня много. У меня работа, друзья, семья, там отдыхать, тем более сейчас хорошая погода, там на каток сходить, на лыжах. Ну вы сами понимаете, хотя, может быть, и не все, но я вам советую поменьше, ребят, за компом сидеть. В общем, не знаю, у меня, конечно, мне охота добить до конца и получить этот вонючий огнемет. А тут еще, кстати, на анимаха будет звездопад. И получить уже этот огнемет XT. Ну, блин, так жалко времени, вот просто вы себе даже не представляете. Короче, ладно, посмотрим, что будет дальше на этом аккаунте. Конечно, буду выполнять тут заданки. Надеюсь, что выпадет мне этот прем из заданок. Очень прям на него надеюсь. Но пока не выпадает, пока не выпадает. Если, я думаю, вы лайк поставите, то, наверное, в следующих заданках, когда я заберу контейнер за еженедельное задание, он, скорее всего, стопудово выпадет. Так что надежда, блин, пацаны, на вас. И, как всегда, я забыл о розыгрыше промокода, поэтому он опять в конце, вот это кодовое слово. Короче, для розыгрыша промокода в этом видео, в комментариях под этим видосом, вместе со своим ником напишите кодовое слово, кодовое словосочетание даже. Так, давайте вот прямо отсюда что-то возьмем. Захват флага, точно. То есть пишите ник и там через запятую или в скобках, как вам удобнее, захват флага. И, соответственно, если коммент ваш вдруг победит, но там будет только ваш ник без кодового слова, то нифига вы не выиграете, и будет перевыбор. Буду делать перевыбор. Короче, все, на этом по-любому надо заканчивать. С вами был Миха. Огромнейшее, ребята, спасибо, что смотрите, ставите кучу лайков. Мне, как ютуберу, больше от вас ничего не надо. Это для меня лучшая награда. Короче, не болейте. До новых встреч. Overseas, dark emotions ever torn so deep.